У Клічеві урочисто открыли футбольную пляцовку с сучасным штучным покрытием. Ее побудовали при допомозе и подтримке Ассоциации белорусского футбола. Это будет пляцовка для мини-футбола, и дякуючи особливостям покрытия, гульни проводить тут можно будет у любую пару года. После урочистой церемонии открытия пляцовки тут отбылся матч сярод команд футболистов первой и другой середних школ Клічева. Нравится площадка? Да. За здоровый образ жизни. Это очень веселая игра, и мне нравится. А покрытие как? Покрытие шикарно просто. Теперь будете играть в футбол? Да. С утра до ночи? Да, будем постоянно играть в свободное время. Гэтая новая спортивная пляцовка урочисто открылась в молодежном микрорайоне Клічева, где шмат детей. У дворы дома номер 5 на улице Социалистичной теперь завсюды будет людно. И, конечно, футбольный матч на открытие повинен отбыться при любым надворье. Думаю, сегодня не самая хорошая погода вряд ли способна испортить настоящий футбольный праздник. Сапраўды, футбольная пляцоўка – самая сучасная і штучнае пакрыццё суперустойлівая, на якім можна гуляць прынамсі ў футбол у любы сезон. І гэта заслуга Беларускай Федэрацыі футбола. Таму першы ўдар па варотах на новай клічаўскай пляцоўцы зрабіў кіраўнік федэрацыі Сергей Румас. И мне искренне бы хотелось пожелать им, чтобы они больше времени проводили на свежем воздухе, как мы когда-то, когда не было этих гаджетов, которые можно сидеть целыми днями. И потому что здесь, на этой площадке, формируется здоровье людей. Специалисты у спортивных справах лічат, что футбол и іншыя гульні сегодня потребны детям, как свежее поветра, каб добра расти и стать моцными. А потом можно мерковать и про великий футбол. Вот сзади вас мальчишки. Как вы думаете, есть там новая звезда белорусского футбола? Наверняка. Только ее надо открыть, эту звездочку. Кто это будет делать? Прежде всего, детские тренеры. Первый тренер должен заметить, что это звезда. И потом целенаправленно, участвуя в судьбе, передавать его дальше. Гэтая спортивная пляцовка и надея на заявление новых футбольных талентов, а по-другое, початок шерогу открытий, якими будет наполнены час до проведения областного фестивалю працовников села Дажинки 2017. Теперь будуют у парку новую сценичную пляцовку. Это будет одна из четырех на Дажинках. А головной сценой будет центральная площадь, якая разом со стильными старыми будинками после ремонта и реконструкции набыла новый выгляд. И праца на ней еще протягивается. Основное, как говорится, навести лоск, придать городу праздничный вид, достойный для встречи гостей. А строители и другие работы справятся. С Клічева Ілона Іванова, Александр Тарасов. Новини региона.